А то, говорит, батюшка, не могу, говорит, матом ругаюсь, говорит, не могу, такая шея, говорит, ничего не могу с собой поделать. Он говорит, курить бросить не могу. Я вот посмотрел, тут пересмотрел фильм такой замечательный, «Председатель» с Михаилом, говорит, вот как люди жили, а мы-то что-то не пойму, как-то не очень мне, что-то, что за дела? Бабы на этих коровах тощих пахали землю там. Вот как. Ермак Тимофеевич вдесятером сели на лошадей, поехали в Сибирь, всю нашу газовую нынешнюю трубу и всю нефть завоевали, вдесятером поехали. На конях. Поедь-ка. Хочется погибать. А, говорит, я колюсь, подохну, говорит. В Северную Африку приезжай, убьют завтра. Но за правое дело давай, иди. А то ты хочешь двигаться, ты хочешь это, хочешь кайфу, хочешь глюк поймать.